Всем привет, вы на канале Хобби Отдых. Ну что, поехали, подведем итог за март месяц, первую половину, с 1 по 15. Значит, давайте подпишемся, кто не подписан, поставим лайки и начнем. Да, кстати, ребят, никто не знает, где там Ватман, что-то в этом году его еще не было в эфирах. Я его просто слушаю, как бы на бэкграунде он у меня, когда у него выходит выпуск, я на работе, когда мне делать нечего, или я что-нибудь я там чем-нибудь занимаюсь, я включаю наушники, все, и просто с ним работаю. Он там где-то разговаривает, а я заодно слушаю и работу делаю. Так веселее работа проходит. Отпишитесь, если кто знает, где он там, что с ним. Ладно, давайте, значит, из 12 стоков... Да, еще такая информация у меня. Я, знаете, настолько увлекся After Effects. Это такая классная вещь оказалась. То есть загрузку фотографий я загружал очень мало за эти 15 дней. Я вначале взял пробник на 7 дней. Вот, решил посмотреть, потяну, не потяну. В YouTube я беру уроки, ну как уроки, ребята рассказывают, вот, а я за ними как попугай повторяю все. Такие классные вещи выходят, вот, и если вот сажусь, допустим, вечером после работы, все, до 12 ночи я занят только After Effects. Это, в общем, мне это очень нравится. Вот, ну значит, ладно, давайте отвлекся от темы. Значит, загрузил я за эти 15 дней, как сказал, уже мало. Значит, всего 122 фотографии и 40 видео. Кстати, с After Effects то же самое загружал видео, уже одно продалось. Вот, дальше, значит, из 12 стоков сработало 9. Как обычно, Motion Elements и Video Hive 0. iStock еще не подошло время. Во второй половине будет информация, когда буду подводить итоги за месяц март. Значит, на девятом месте находится BigStock с продажи двух фотографий, сумма 0,54. На восьмом месте находится Alamy с продажи одной фотографии, сумма $1. На седьмом месте находится 123 с продажей, сколько ты продал-то? 8 штук, на сумму $1.53 поднялся, блин. Вот. И на шестом месте находится, кто там у нас? DreamTime. У Dream'а продано всего 5 фотографий на сумму $1.75. Вот посмотрите несколько фотографий, что было куплено на этих
так скажем, стоках, в кавычках. Вот такие фотографии были куплены. Дальше, теперь топ-5. Значит, на 5-м месте находится Мосфото с продажей 10 фотографий. Сумма 5,5 евро. Вот что было куплено. Четвертое место для Косток как депозит. Ладно, я промолчу. Значит, было продано 20 фотографий на сумму $6.89. Вот что было куплено. Вот, ну теперь топ-3. Был 5, сейчас 3. Нет, топ. Да, топ-3. Да, вначале давайте опять же подпишемся и поставим лайки. Вот видите, в этот раз я не забыл сказать в середине ролика. Подписывайтесь, подписываемся активней. Значит, на 3-м месте находится Pond 5 с продажи 2 фотографий и 1 видео. А вот 2-е место, здесь идет у них драка между шаттером и адобом. Значит, на 2-м месте они идут друг за другом, наступают себе на пятки. Разница буквально мизерная. Значит, на 2-м месте находится адоб с продажей. А, я не сказал, да? Значит, у Pond 5 продано 2 фотографии и 1 видео. На сумму $22.57. За видео я получил $19.84. Ну, теперь к Adobe и шаттеру вернемся. Значит, у Adobe продано 62 фотографии и 4 видео. И сумму он приносит $57.05. Вот что было куплено. А у шаттера было продано 64 фотографии, то есть у Adobe 62, у шаттера 64. И 3 видео. У Adobe 4 видео, у шаттера 3 видео. Значит, естественно, шаттер занимает 1-е место. Он продал на сумму $58.54. А Adobe $57.05. То есть $1.5 разница. Значит, за видео у шаттера. За 3 видео я получаю $32.92. У Adobe $4.15. Ну,
В этот раз у шаттера видео хорошие, такие суммы. Давно таких не было. Итого, значит, как уже ранее сказал, загрузил 122 фотографии и 40 видео, продал за эти 15 дней марта 174 фотографии и 8 видео. За видео я получаю $68.16, а общая сумма составила $155.37. Вот. Так, что еще? Вроде все. Все вроде сказал. Подписываемся на канал, ставим лайки. Вот. Ну и отпишитесь, что там, кто может слышал, что с ватманом. Не дай бог, что с ним случилось. Вот. Ну а так все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся теперь 1 апреля. С подведением итогов за вторую половину марта и за март месяц. Вот. Ну а так все. Всем удачи и пока!